Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – это кредит наличными от «Газпромбанка» для держателей зарплатных карт. Кредиты у любых банков, в принципе, для держателей своих зарплатников, скажем так, отличаются условия только тем, что может быть ниже процентная ставка. Все остальные условия по документам, там, да, по оформлению будет одинаково, как и у всех, в принципе, потребителей. Поэтому Газпромбанк сейчас предлагает акцию, там, да, до 30 декабря, если оформляете кредит, то можно получить минимальную ставку в 3,9%. Ну, не именно эту, а от, соответственно, да, и максимальную сумму в 5 миллионов рублей. Если только по паспорту, то до 1 миллиона рублей можно получить. Здесь сразу есть предложение оставить заявку, да, указано тут, какие преимущества есть. А также есть кредитный калькулятор. Если, к примеру, мы там выберем, ну, допустим, там 2 миллиона нам нужно, да? Ну, вот так, 2 миллиона. Предлагается даже на 7 лет. Оформить кредит можно на 7 лет. Все зависит от того, там, зарплатный клиент вы или не зарплатный, да? И смотрите, как меняется сразу процентная ставка. То есть, если вы возьмете, чем больше вы берете кредит, тем меньше у вас процентная ставка. В 3,9% это при условии оформления в 5 миллионов рублей. Если вы 5 миллионов оформляете, у вас будет ежемесячный платеж 68 828 рублей. Это при условии только этой ставки. А ведь не просто так такая ставка. Там же в любом случае будет еще какое-то страхование, которое нужно будет оформить для того, чтобы была такая низкая процентная ставка. Соответственно, галочка «Зарплатный клиент» в данном случае нам, ну, ничего не дает. То есть здесь мы ничего не увидим. Где мы можем посмотреть информацию, да, чем же отличаются наши условия как зарплатного клиента, так и обычного. Ну вот здесь у нас уже более понятно. Сумма кредита, да, и процентная ставка со страхованием процентов годовых. Так вот, вот эти самые 3,9% на 5 миллионов рублей – это при условии, вот две звездочки, да, при условии оформления личного страхования заемщика и предоставления автомобиля в залог. Тогда можно получить процентную ставку 3,9%. Если не предоставляете, то на 5 миллионов будет процентная ставка 5,5%. И вот здесь, вот, да, при оформлении кредита от 3 миллионов до 5 миллионов, да, вот тут без одной копейки, то может быть 6,9% ставка, как раз вот 3 звездочки. 3 звездочки – это для клиентов, получающих заработную плату на банковские карты и счета Газпромбанка. Соответственно, как зарплатный клиент – можно оформить кредит с процентной ставкой от, если берете, конечно же, от 3 миллионов до 5 миллионов со ставкой 6,9%. Если у вас от 300 тысяч до 3 миллионов, то ставка будет для всех одинакова 7,9%. Ну и, соответственно, от 100 до 300 тысяч рублей ставка 8,9%. Она также будет одинакова для всех. То есть единственное, где отличается, да, ставка, это на 1%, только при условии оформления от 3 до 5 миллионов. Во всех остальных случаях процентные ставки все одинаковые. Что касаемо условий кредитования, да, то срок от 13 лет до, от 13 месяцев до 7 лет под звездочкой, потому что в зависимости от категории заемщика максимальный кредит может составлять 5 лет. То есть 7 лет может оформить не каждый. Каждый может оформить только на 5 лет. 7 лет это уже индивидуально в зависимости от категории. И что еще самое важное, да, это требования к заемщику, что должен быть гражданин Российской Федерации с постоянной регистрацией от 20 лет и не более 70 лет. Общий стаж работы 1 год и на последнем месте не менее 3 месяцев. По документам, что может понадобиться, да, это паспорт. Один из документов, подтверждающих доход, это документ должен содержать сведения о доходе за последние 12 месяцев при стаже на текущем месте работы не менее 12 месяцев за фактический период, но не менее чем за 3 месяца. Соответственно, если вы зарплатный клиент, то такую справку предоставлять вам будет не нужно, потому что для клиентов, получающих зарплату на карту Газпромбанка, для оформления кредита нужен только паспорт. Поэтому получается, что для зарплатных клиентов
есть на 1% ниже процентная ставка в определенную сумму, и, соответственно, для оформления кредита нужен только паспорт. Это вот два момента, которые предоставляются как зарплатному клиенту при оформлении кредита. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч, пока!